Ну. Да сука. Мою легко. Это будет вторая бабушка. А хуй там, блядь. Да, не стоит. Чекай. Место, в смысле? Третье. Шо? Три. Чтоб ты обосрался. Не, правильно, третье. Третье. А случайно скипнулось. Да. Бабка, бабушка. Тутызя. Так правильно, подожди, не вижу белый желток. Не вижу белого желтка. В смысле, не знаю. Да, ну, блядь, шо? Шо ты ответил? Подожди. Пускай первый будет. Шо ты ответил? Первый. Нет. Ясно. Чё, так правильно. Второй? Нет. В смысле, блядь, так, чё за хуйня? Блядь, суки, блядь. Желток не может. Вопрос стоит так. Как правильно написано? Там не было указано, есть на самом деле или нет. Вопрос там неправильно. Требуют на бабки. В удвоенном варианте. Апелляция принята, апелляция подана. Все, давай. Тупые. Я заебал по фактам. Вопрос был неправильно составлен. Хуяк там, блядь. Ну, тебе слишком легко. Одна, а не один, не за щитой. В смысле, это как ты одна? В смысле, они же на встречку ехали к ней. Один машина. Один машина. Один. Сука, бля. Все, я спешарю эту хуйню, блядь. 8, блядь. Так, предыдущий требует хуйню. Сейчас приду. Просто слышу эту клавиатуру, как будто мы со мной. Сука, он не работает. 2 градусчика плюс 30, блядь, желток белый, блядь. Сам подумай. Как правильно написано? По голосу 32. Блядь. Аллегрова. На мужика, пацаны. Либо садочка у вас. А что это есть? Либо кто называет? Это пачка папирос. Яйца болят! Серёг, я думал, что-то другое назвать. Напас какой-то. Так, Минсуши, да? Блядь! Кто тут дебильные песни записывает? Тут просто, блядь. Я чё чашку не уронил, блядь. Ребят, крепимся, нужно А как, кто, не знаешь, нет? На что спорим? Космонавт ещё есть такой, Люмас, космонавт. Одна фамилия. Я не помню. Американский. На А начинается. Энтони. Не-не. Да, блядь, в конце так, типа, острый. Острый Энтони. Это не острый, блядь. Да. Дебил, блядь. Помогаешь, блядь. Не помню, что Армстронг. Армстронг. Стронг это сильный, блядь. Не похуй, у меня будет острый. Это. Подождите, вот. Задай мне вопрос, Вот у меня вопрос. Кто-то это реально записывал? Да. Да. То есть это не в прикол было записано. Это кто-то вот трек такой. Ту-ту-ду. Бля, вы что, реально? Чё, блин? Чё? Хорошо, что вы не нажали, ребят, я бы тоже не узнал. Так это заставка на минус 900 пиздец, попрыгать. Я смотрю, прям вы зарабатываете на очках. 1000 рублей. Давайте сударь или сударыня, да. Я шарю. О, помянем. И чё мне надо? Это коленки, а не сиськи его. Выбирай, сударь или сударыня. Кто это, мужик или баба выбирает? Ты говори, баба или мужик. Это женщина.
помянем. Это кто? Мужик или женщина? Это женщина. Прям женщина. Ну, прям уверен, 100%. Да. Нет, подсказано. Ну, прям 100% тянка, да? Да. Ну, оно и видно. Не зря мой отец не прогуливал. Мать. Почему с мальчишу, блядь? Можешь ответить ему, блядь. Матешу любовь. О, вот это мужичок классный. Тян? Мужичинское имя. Это Тян? Да. Естественно. Да. В смысле? Какой конвейер, блядь. Пиздец. Кто-то жопу продал. Это вопрос, на который не хочется отвечать, называется. А почему вопрос не мне остался? Любовь здесь в каждом лепестке. Букет из белых роз. Такая нежная к тебе. Букет из белых роз. А я текста больше не вижу. Да там видно было, что ты много не попадал, ты не знал эту песню. Я обосрался. Я тебе уже подсказал, как петь. Я начал обосрал. Я свобода. Давай. Я начал, пропустил и все. Так я тебе подсказывал, поддогонял бы, блядь. Там не слышно, блядь. Все, блядь, Люмаса, блядь. Где ты там живешь, приеду тебе пизды давать, арию. Приезжай. Изи. Хочу приезжай. Изи пизды получим. Вместе вот с тем Лин Ван Куком, блядь, или кого ты там выбрал. Кого? Ну-ка. А, сейчас будет жопа батона, блядь. Погнали. А кого из этих двоих надо, верхний или нижний, я не понял. Два пальчика неправильно держит. Ну, два пальчика она. Кто? Я сейчас ебать, это принц Людовик какой-то, блядь. А почему у него торт на голове? Ты уверен, что... Я уверен, что он уже ответил. Он уже ответил, да. Какие-то. А давай, давай, жопа Люмаса под угрозой, погнали. Вообще, блин, трап это. Это ультра, что? Это трап. Так вот как она выйдет. Вебка ультра и ребят. Это трап. Легко. Я думаю. О, Жорж, похоже, это ты? Конечно, да. Жорж Сан, да, я тоже. Это английский. Люмус, удачи. Блять. О, аргентинная майка. Давай. Я уже сказал. Найди мне водки. И пошел в пизду. Нет, а ну давай полное, как говорится. Найди мне водки и иди в пизду. Нет. Блин. А я правильно перевел? Да. Нету водки, а иди ты пан в пизду. Ну правильно. Ну пан, блядь, хуян, блядь. Да я в пизду иди. Троублес? Троллейбус? Проблемы... Проблема с выпивкой, я не знаю. Да, с башкой, блядь. Точно. Давайте, трамп. Все, выводи, заебал, Люмас, выводи. Блядь, еще я отвечу. Ля какая? Тут сразу понятно, кто это. Я думаю, это какой-то принц Альберт. Принц Георгий. Слушайте. Если это тёлка, я ей не дам. Слышь? Какой, блядь, зеля? Зеля Люмус. Написал Люмус, ну ты вообще, это я баню такой. Так, это он или она? Это принц. Это он. Пососи. Ну кому ты веришь, блядь? Тяну, я бы ей не дал. Выебина. Даже если бы просила, блядь, мне сказали, королевство тебе, сказал, в пизду, блядь. Ебать, такой фильм даже не знаю. Ой, блядь. Как его звали, блядь? Точно прям? Да.
Хорошо. А Дима что ответил?